Дима, дела. Не стоит. Действительно, просто есть люди, которые действительно хип-хоп бекинерс. И они выходят и просто ого. Что делать? Вот такие вот дела, давайте пошумим, чтобы такого не было. Я надеюсь, на следующем фестивале вы сделаете выводы и сделаете правильный выбор номинации. Также хотелось повториться про наших сегодня партнеров, которые делают фото-видеосъемку, это медиапартнер-репортаж. То есть после феста обычно проходит примерно целых секунд 45, когда фотки, когда видео, типа, знаете, вот все на стене пишут. Так вот, это все будет благодаря им. Давайте для них пошумим. Окей, на данный момент мы отпускаем нашего судью Настю. Любви для нее. Ее место занимает Андрей Набриенко. Любви для него. Этот человек сегодня сыграл у нас хаос, но также одну номинацию хип-хоп, хип-хоп пацаны. Потому что пацанов должен сидеть как бы пацан. Вот такие вот дела. Так, список. Итак, я перечисляю всех, кто участвует в Hip Hop Stars. Это Midnight, Fable, Vlad Law, James, Warp, Santa, Sandy the One, Александр, Пилот, Фантик, Федот, Тоник, Озис, Сан Саныч, Эрик, Валди, Алексман, Тёма, Сережка, Джокер, Балу and Миллер. Я думаю, вы узнаете много из этих имен. Это значит, что сейчас будет действительно горячо и действительно качево. Первые два танцора – Midnight and Fable. Midnight сюда, Fable сюда. Набирается 8 человек. Hip-Hop One on One Stars. Look at my style fest. Днепр, Варсипа, Никобра, Пахатили! Это Варк, Варни Варк, Куан, Непр Сити.
this, the ladies loving it. It ain't nothing but a pause, y'all. Hey ladies, I hope you watch your pause cross, cause it's come that time for us to get to it. Then I'll make a beat for y'all to strip to it. Why don't you do it? Get next, man. And from now on, I'll call you the next lady. You can whittle a bag and swizzle that thing. Nothing between us but the ice. Okay. And you can twerk that I knew was good. Okay, okay. That's a cool word. Slap that. That thing is us. Say it a lot.